Ребята, всем привет! Наверное, многие из вас уже слышали про новость, что Яндекс изменил комиссию за режимы «По делам» и «Мой район». Смотрите, в чем тут суть. Это специальные режимы, которые позволяют водителям получать заказы в ту точку, куда им нравится. То есть, если «Мой район», вы можете просто кружочком определить границы заказа, куда вы будете ездить, то есть границы точки А и точки Б, и получать заказы только в указанной зоне. По делам, соответственно, вам будет выдан тот заказ, который идет по пути вашего маршрута следования, куда вы укажете. Конечно же, очень удобно, потому что можно просто нарисовать кружочек, например, в центре, где хорошие кэфы, и не выезжая из центра, катать только минималки, только классные кэфы и отлично зарабатывать. Яндекс отлично умеет зарабатывать деньги, но здесь почему-то он немножечко пролюбился и был косяк в том, что если водитель покупает смену, он может эти режимы катать без комиссии. В случае, если смена не покупается, за эти режимы дополнительно берется 9%. Сейчас он это увидел и этот баг немножечко пофиксил. Вот. Но нам очень повезло, потому что Яндекс осознал, что это изменение негативное и выдал водителям просто нереально очень крутую плюшку. Если раньше вы, даже купив смену и на халяву покатав эти 2 часа, могли платить комиссию 0, потом вас все равно выкидывают из этого круга, ну, из зоны, и вам приходится брать дальние заказы, которые вас уведут совсем далеко от минималок, и возить не то, что вам нравится, ездить в разные районы, там, может быть, даже за город, иначе вы будете терять мотивацию или активность. Соответственно, многие водители мечтают катать реально то, что им нравится, и это реально очень здорово. И тут Яндекс пошел нам навстречу и отменил ограничения по времени этих режимов. То есть вы спокойно можете этот включать режим на целую смену, там 12 часов, либо сколько вы катаете, и только катать либо свой район, либо центр, там что угодно. Да, вы будете переплачивать комиссию 9%, но главное, это не сколько вы платите процентов Яндексу, не сколько вы платите процентов парку, а сколько вы реально зарабатываете. И вы прекрасно понимаете, по крайней мере те, которые водители хоть чуть-чуть умеют считать, что если вы будете катать все время кэфы, все время будете катать минималки и классные заказы, эта комиссия, этот заработок, вернее, перекроет практически любую комиссию. Поэтому в целом я считаю, что изменения очень позитивные. Будем очень надеяться, что Яндекс снова не одумается и не врубит ограничения по количеству часов, которые можно использовать эти режимы. И вы будете классно, особенно в Новый год, особенно когда кайфы, особенно когда большие минималки, катать то, что вам нравится, где вам нравится. Да, чуть-чуть переплачивать, но оно того стоит. Поэтому всем удачи! Вот, кстати, в нашем парке топ лучших водителей с понедельника. Кому интересно с нами поработать, все контакты есть и в профиле, и вот здесь мой телеграм. И в описании, хотите, подключайтесь. Главное, работайте с надежными партнерами и всех с наступающим Новым годом!